8 сентября в нашем районе пройдут выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также глав Кировского, Черноярковского и Прибрежного сельских поселений. Чтобы выборы прошли без происшествий и все жители могли прийти на свои избирательные участки и проголосовать, проводится большая подготовительная работа. В территориальной избирательной комиссии Славянская прошло заседание межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители районной администрации, правоохранительных органов, вневедомственной охраны, пожарных, ГО и ЧС. На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности в день голосования, а также готовности избирательных участков к выборам. Данное совещание мы проводим ежегодно для того, чтобы в день выборов обеспечить безопасность, во-первых, всех избирателей, которые придут на избирательный участок, обеспечить безопасность всех членов комиссии, которые работают в избирательных комиссиях, потому что мы должны провести выборы честно, красиво, правильно, согласно федерального закона. И мы к этому стремимся, и мы всегда это делаем. Мы еще проведем учебу непосредственно со всеми участковыми избирательными комиссиями на случай возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций на избирательном участке, чтобы люди были готовы. Но мы надеемся, что все будет ровно, что выборы пройдут, все будет спокойно, без всяких чрезвычайных ситуаций. 8 сентября на территории района будут работать 66 избирательных участков. Для того, чтобы голосование прошло в рамках закона и без происшествий, всем ответственным структурам необходимо отработать взаимодействие по месту и времени, провести инструктаж с участковыми комиссиями по алгоритму действий при возникновении внештатных ситуаций. На случай ЧС в каждом поселении должны быть предусмотрены резервные помещения для голосования, в том числе мобильные, 2 автобуса. В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии и требованиями федеральных законов, в каждом поселении подготовлено в каждом поселении по одному резервному помещению на сегодняшний день, в городе несколько. Значит, идет сейчас согласование их адресов, телефонов, мест расположения. Все, что касается обеспечения антитеррористической безопасности. Большинство объектов, вы ознакомитесь, да, они категорированы, да, то есть размещаются в школах, в учреждениях культуры, в дошкольных учреждениях. То есть они имеют видеонаблюдение, да, то есть они обследованы Росгвардией, определена категория объекта. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации по каждому направлению даны сроки, да, и мы, в общем, эти сроки выполняем. Поэтому оборудование видеонаблюдения, наличие ограждения, освещения, подхода, в общем-то, в большинстве, да, помещений, которые предназначены для размещения участковых избирательных комиссий, мы каждый год наращиваем, да, и они все более и более соответствуют требованиям. В преддверии выборов все избирательные участки будут проверены на наличие тревожных кнопок, противопожарной сигнализации, пандусов, подъездных путей, средств пожаротушения, а также на укомплектованность необходимым технологическим оборудованием. Перед сотрудниками полиции поставлена задача охраны общественного порядка, избирательных участков и прилегающих к ним территорий, а также охрана размещенных на территории городского и сельских поселений информационных материалов. В день выборов будет работать единая круглосуточная дежурная служба ПГО и ЧС. Хотелось бы, чтобы каждая сидящая здесь служба отнеслась к этому очень серьезно. То есть должно быть четкое взаимодействие, прописан четкий алгоритм в случае, не дай бог, какой-то нештатной ситуации. То есть мы должны уже четко понимать, кто какими вопросами занимается для того, чтобы минимизировать вот этот сбой, который всякие бывают. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».